Добро пожаловать на канал HardReset.info. Это устройство Ulefone Power 3S. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве очистить кэш. Итак, вначале нужно нажать и удерживать кнопку питания. Затем нажать «Отключить питание» и «Ок». После того, как телефон выключится, нужно нажать и удерживать кнопку питания и увеличение громкости. После появления boot-меню отпустить кнопки. Нажимая на увеличение громкости, выбрать Recovery и нажать кнопку уменьшения громкости, чтобы его подтвердить. Затем нажать кнопку питания и удерживать, нажать кнопку увеличения громкости, отпустить. Затем нажать на кнопку уменьшения громкости, нажимать на нее до тех пор, пока не дойдете до пункта Wipe Cache Partition. Нажать на кнопку питания. И все. В принципе, кэш успешно очищен. Теперь нажать на кнопку питания еще раз, для того, чтобы перезагрузить телефон. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока.